Ты уверен, что знаешь о своих кумирах все? Star Ocean раскрывает для тебя самые интересные подробности их жизни. И сегодня на очереди... Баста! Сори, мама, я не святой мама, не папа римский, уж точно не тебя с хилама. 6 лет упрямо гонял за роялями гаммы, скажу прямо, это помогло, и басти, и нагана. Вакуленко Василий Михайлович, российский музыкант, телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер и продюсер, совладелец лейбла Газ Голдер. В вечернем городе сны, его улицы спят, но я верю, что мои слова к тебе налетят. Пусть я даже не услышу ответа на них. Так плачет весна. Баста был участником первого состава группы Каста. Именно ему принадлежала идея переименовать группу. Позже эту идею поддержал Влади. Также рэпер является создателем группы «Уличные звуки». Это Ростов, здесь начинается юг. Залет не оставь дома, понты и пух. Здесь уважают за дух и ценится нутро. Люди помнят добро, пусть вас хранит Бог. Это Ростов, здесь начинается путь. Каким бы ни был маршрут, тут нас любят и ждут. Три поколения в семье Василия были военными, хотя сам Баста в армии так и не служил. На занятии музыкой настояла бабушка рэпера, она же подарила ему первый синтезатор. В юности Басту звали Хрюшей за то, что он постоянно разбрасывал свои вещи. Отсюда и псевдоним Баста Хрю. В детстве Василий начинал играть на аккордеоне, поскольку считал, что фортепиано – инструмент для девочек. Прости меня, мама. За то, что вырос рано, за то, что боль причинял зараной рано. Прости меня, мама, я во многом виноват. Прости, скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь. Переехать в Москву Басте предложил Богдан Титомир, который и пригласил его в клуб «Газ Голдер». Первым рэпером, с которым Баста познакомился в Москве, стал питерец Смоки Мо. В 2002 году друг Баста Юра оборудовал мини-студию у себя дома и раздавал на улицах кассеты с песнями артиста. За время своей карьеры Василий успел дать более 800 концертов. Концерты альтер-эго Нагана иногда отменяли. Однажды в Пензе его и вовсе принял ОМОН. Святому кресту с близким пересекаемся на теме. Хочешь мой лед, дядька, оденься теплее, эй-йо. Песня «Моя игра» стала народным хитом после того, как Баста исполнил ее в Ростовском дворце спорта. В 1998 году на свой первый гонорар в 200 рублей артист купил джинсы Wrangler и замшевые туфли. Баста никогда в жизни не работал по профессии, не связанной с музыкой. Под гнетом свинцового купола бесцветного урбана, дорогой, которая выбрана, туда, где встретим последний рассвет. Помимо Ливерпуля, Баста всегда болел за ростовский «Рассельмаш», теперь профессиональный футбольный клуб «Ростов». Певец увлекается катанием на коньках и сноуборде. Среди любимых коллективов Баста есть такие группы, как Rage Against the Machine и Slipknot. И пока мы не одичали, сторчавшись окончательно, качаем за свое, так-то гражданин начальник. Даже солнца не видно, говорят, здесь нефть выловить, но мы в собственном ритме мутим то, что помогает жить нам. Со своей супругой Еленой Василий познакомился в 2007 году. В 2009 они поженились. Сейчас в их прекрасной семье две дочери – Мария и Василиса. В настоящее время рэпер живет в Москве, но часто бывает в родном городе – Ростове-на-Дону. Моя игра, она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. В 2016 году издание Forbes оценило доход Басты в 2 миллиона долларов. После этого музыкант гордо занял 15 место в рейтинге самых высокооплачиваемых артистов страны. Составление топа учитывалось такими факторами, как доходы за год, внимание СМИ и интерес аудитории в интернете. В данный момент Баста учится на историческом факультете. Я
ни слова. Ты можешь хоть что-то сказать? Ты не со мной, ты не мой стал. Я твой голос, и ты не мой стал. И твой последний крик поглотил космос. Если бы ты мог что-то сказать, ты бы нас легко спас. Если понравилось видео, палец вверх. Подписывайся на канал. До новых встреч! Когда мне не в мочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу. В последний, в случайный полночный троллейбус по улице мчи, верши по бульварам кружение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи душе.